Я не знаю, как это произошло, но я недавно заметила, что я не делала реакцию на Димаша с Гакку концерта. Незабываемый день. Так что давайте начнем. Конечно, это вживую. Это будет живой голос. И я так сильно его люблю. Это было примерно 4 года назад. 2017 год. Бір көркен мен ғашық болдым өзіңе Еркелеген балдай тәтті сөзіңе Я сразу же смотрю это, как только вы мне написали. Он же просто разговаривает. Это разговор. Қарай бердім норға толы жүзіңе Кто-то должен был сказать ему, чтоб он вдел наушник покрепче. Это было так сокровенно. Обожаю, когда он использует головной голос даже на низах. Хотя это можно и не делать, но это его выбор. Красотища. Мне нравится вибрато. Или там есть еще певцы на подпевке, или это музыкальная дорожка, которая усиливает этот звук. Немного больше интенсивности. Это реально сложно вот так вот присесть и поддерживать свой голос одновременно. И это разумно делать так в таком спокойном отрезке песни. Я прям нутром чувствую, сейчас что-то будет. Хотя я это не смотрела. Я просто хорошо знаю Димаша. Ну вот. Вот и оно. Добрый вечер. Он как будто там немного сжался. Этот красивый продолговатый звук. Так насыщенно и прекрасно. Так мужественно и красиво. Классное вибрато. Такое прочное и сильное. Он весь пропитан этим, насквозь пропитан энергией зала. Не знаю, как он использует два наушника. Я всегда снимаю один, а то крыша едет. Идеальный микс. Мне понравилось, как он скинул один наушник. Как я уже говорила, я не могу петь в двух наушниках. Конечно, было бы лучше, если их вообще не снимать. Но мне нужно слышать внешний шум. Возможно, это в первый раз, когда я так говорю, но он был чуть ниже. Чуть ниже в этой части. Послушайте. Вот это. Совсем на немножечко. А потом он берет ее и переходит на еще более сложную ноту. Но там похоже на то, что ему, возможно, не хватило поддержки. Вот тут все ровно.
Этот парень такой крутой. Боже мой. А теперь на сцене Дима Шестина, потому что сейчас это поет женщина. Мне так нравится, когда он падает на колени. Он настолько отдается выступлению. Какого черта? Что это было? Я даже не знаю, что это была за нота. Чтоб меня... Что это? Это была Ре-8? Или это где-то за нашей вселенной? Просто опупеть. Я думаю, это вне пианино. Да кто ты такой? Никогда бы не подумала. Мне кажется, даже птички так не поют. Кто ты такой? Как ты это делаешь? Ребята, я реально думаю, что эта нота была за гранью пианино. Все говорят, что это нота Ре-8. Как по мне, это на октаву выше. Если вы тот самый человек, который до сих пор живет в пещере и никогда в своей жизни не слышал Димаша, доброе утро.